33-летнюю жительницу Чувашии признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Теперь 2,5 года она проведет за решеткой. Такой приговор вынес осужденный Чебоксарский районный суд. 10 марта 2020 года в одном из населенных пунктов района женщина родила мальчика, после чего поместила его в полиэтиленовые пакеты и вынесла на балкон квартиры. В результате новорожденный задохнулся и скончался. После этого роженица почувствовала себя плохо, она была доставлена в больницу, там у нее выявили признаки недавних родов и сообщили об этом в правоохранительные органы, после чего следователями был проведен тщательный осмотр места происшествия, проведены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.